Итак, центрифуга. Вот я только что тут был. 8G нагрузки были на мне оттестированы. Могу авторитетно заявить, что как режиссер на съемочной площадке и во время производства моего последнего фильма нагрузки были тяжелее, чем 8G и эта центрифуга. Так что российский режиссер, он как космонавт, ко всему готов. Вот. Могу точно это сказать, подтвердить собственным примером. Заявку, значит, к фильму «Клима» мне не получилось подать, потому что я гражданка Латвии, а не России, а это всероссийский конкурс. И вот случается вся эта история. Мне кажется, что это судьба. Клим, если ты меня видишь и слышишь, зови меня в свое кино про космос.